Такой ход. Конь f3. А, и g3, ладно. И у нас, видимо, будет второй диск. Разыграем второй диск. Конь c6 в последнее время более популярно. Да, и вот здесь слон f4 интересный ход. Тут на самом деле разные идеи у белых. Например, на b5 можно c5 ответить. На слон d7 вроде ферзь d2 лучше всего. Да, b5 и слон c5, по-моему, да. На b4 конь d1. Вот неожиданно поле d1 для коня не такое плохое, как кажется. Да, ферзь e3 или ферзь c2, здесь уже ничего не помню, конечно. Не, наоборот, смотрится плохо, потому что слон это этом, но конкретные нюансы были. Слон на 6 единиц. Или нет? Наверное, не знаю. b3, может, конь b2, конь d3, это такая. Батарея как-то поле отдали. Поле c3, логично, да. Ну, конечно, доклад приставить. Ладно, давай слон h6. Слон h6 тоже смысл-то есть, конечно. Надо бы заново, вот сейчас я буду думать, что с ним делать, что это вообще за ход. Вообще жертвой пешки. Что, не опять что ли хочет? Ну, то есть мы можем проигнорировать, но нет. Да, три просто. Нет, почему что надо брать? Из позиционных соображений. Может, коня как-то навесить? Е5. Конь е5, чуть не понравилось. Хороший ход. Так тоже ничего. Ферзь f4 была идея. Никто не побьет его в коне. А как играть? Как-то сыграет. Так висит же пешка, конь. Ничего. Так, ну, так тоже вариант. Но мне, не, мне лично я бы коня взял. Лучше. Теперь пешка зависла. Так, может быть, что-то придумать. Ну, c6 пойдет. Странная позиция. c6 может пойти, да. Но это лишняя слабость. То есть пешка c6 под коня все-таки становится. Это вариант, так скажется. Вверх я сразу может быть. Я сразу взять нельзя, здесь конь. Ну, c6 ладья. Ладья 5 может быть. Да нет, ну c6 ладья а2, я пойду, потом ладья а1 просто. Ну а что, ничего не отдал, все защитил, на c6 напал. По-моему, тяжелая позиция, что. Если сейчас какая-то тактика не пройдет. По-моему, можно взять пешку. Можно, можно. Он возьмет эту, да, но у нас это не равноценный момент, что c5 проходная. Еще на e7 отдает, но там, видимо, конь поймается, да? Почему? Ну, лучше не связываться. Да, ну сейчас ладья b2, и мы вот мы... А, конь b2. А, конь b2 тоже возможно. Конь b2, ладья b1. Ну тогда это конь, у нас же конь повис сейчас. Ага. Ну так это хорошо, у нас ладья заедут. Вообще похер, что там происходит с этими конями. Согласен. Опять А проходная, но опять может ферзи провести случайно. Это напоминает предыдущую партию. Мы сейчас будем атаковать, атаковать, и он проходную проведет. Готовят. Конь c6 можно включить. Надо не забыть какую-то H4 форточку, полуфорточку сделать. От полуатакующих ход полуфорточка нужна. Игра на двух флангах, пешка висит. Неудобно защищать, кстати. А так пойдем. Кстати, хороший ход слон f3, теперь король h2 есть. Может быть, ладья a7, ладья b7? Вот он пытается воспользоваться этим. Ну, надо выгонять его. Мало времени. G4. Смотри, В принципе, у нас слишком активная фигура. Все эти обострения должны быть в нашу пользу. Под рентгеном ладья.
Ну хорошо, но он не успевает ничего, по-моему. Что у него атакующая фигура, она под боем в данный момент, если он начнет отскакивать. Ну, видимо, выиграно. Так, ну и заехать осталось. Нет, тут доедает черный. По-моему. Нет. Е3, ладья, си, ладья, бс. Такой план. Вроде никуда не залазит. Ну, Может, время что нельзя. лазит вообще-то? Так сыграем-то, да? Да, конь у него, смотри. Просто красавец. Зачем сюда? Неудобно ладью выбирать на два плохого плана. Ну, тут шах и ладью забрать. Замечательно. Чем он играет? Ладно, всем спасибо за внимание.